усыновление. У вас могут быть свои дети. У нас был ребенок. А после несчастного случая психологический барьер. Я не могу так, как будто из меню выбираем. Мне кажется, они все-таки не готовы. Привет, это кто? Я Кира. А я Вик. У меня есть к вам предложение. Я не хочу оставлять Вика сиротой. И предлагаю вам договор. Располагайтесь и выходите. Сегодня наш первый ужин. Да, Марк, ты же военный журналист. Умеешь обращаться с оружием. Уже требуется кого-то застрелить. Марк, а ты бы мог? Зачем тебе револьвер? Ты сумасшедший? Ты не понимаешь, что она просто манипулирует? Я не знаю, зачем, но это именно так. Надо разорвать этот договор. Я его не оставлю здесь одного дома, не. А это Марта, она вот тут будет. А Марта это кто? Ты ведь здесь не ради меня. Просто стань ему матерью. Зачем ты отправил нас в этот приют? Этот дом записан на нее и Вика. Я не уйду отсюда, пока вы мне все не расскажете. У меня только что был Марк.